Здорово, братцы, вы на канале Андрей Ньюс. Несмотря на то, что до конца этого года осталось еще целых 8 месяцев, побыстрее бы закончился этот ад, в моих руках находится один из лучших смартфонов коронавирусного периода. Ну, во всяком случае, за свои деньги это уж точно. И дело-то не в том, что это Xiaomi, и даже не в том, что это самый доступный смартфон на флагманском процессоре Snapdragon 865. Кстати, это один из немногих аппаратов 2020 года, который получил топовое железо, поддержку 5G, и его стоимость не превышает отметку $500. Всякие там OnePlus 8 и так далее, все они стоят дороже. Вот, а этот аппарат в базовой модификации стоит всего-навсего $425. И вот еще один важный момент. Возможно, это единственный флагман 2020 года без всяких вырезов в экране. Моноброви, капель и так далее. Здесь вообще нет никаких вырезов. По информации в сети, возможно, таким же будет смартфон Pocophone F2 для глобального рынка. Вы помните, каким хайповым было первое поколение? Короче, мы с вами просто обязаны ближе узнать этот смартфон. Итак, встречайте. Redmi K30 Pro, еще раз, возможно, будущий Pocophone F2. И это тот самый обзор, который вы так долго ждали. Понеслась. Воу, давайте так быстро не разгоняться. Как всегда, по традиции, я хочу вам напомнить, что у нас есть свой телеграм-канал с низкими ценами на всю электронику. Если вы хотите купить себе Redmi K30 Pro по низкой цене, какой-нибудь Redmi Note 9S, да вообще какой-то смартфон по низкой цене, любой, даже флагман, ну либо какую-то мелочевку, вам обязательно нужно подписаться на наш телеграм-канал. Ссылку я оставлю в описании. Кроме этого, я хочу напомнить о нашем розыгрыше крутых наушников. Прямой эфир состоится буквально через дней 7-8. После момента публикации, а может быть даже раньше. Короче, ребятки, смотрите детальную информацию в описании. Настоятельно рекомендую принимать участие. И желаю вам удачи. А вот сейчас продолжаем. Чисто внешне смартфон просто красавчик. Как я уже сказал, на фронтальной панели нет никаких богомерзких вырезов. Грани аппарата выполнены из металла, а на тыльной стороне имеется приятный матовый перелив защитного стекла Gorilla Glass 5. Кстати, такое же защитное стекло прикрывает и дисплей смартфона. Я смотрю на его внешний вид, и у меня совершенно не возникает чувства, что китайцы где-то на чем-то сэкономили. Это самый что ни на есть флагман. Смартфон доступен в 4 цветовых решениях. Грифельный, жемчужный, аква и сиреневый. Да, как пафосно звучит, да? Изначально прямо из коробки на дисплее наклеена защитная пленка. И это очень приятный бонус. А еще в комплект смартфона Xiaomi кладет защитный чехол. Он сделан из пластика с приятным покрытием по типу софт-тач. Но самое главное, что он довольно тонкий, почти не добавляет габариты смартфона. И при этом неплохо его защищает, благодаря выступающим бортикам. Вот так нужно делать комплектные чехлы. Тонко, безопасно, красиво, короче, молодцы. Но вы не подумайте, что в этом обзоре я буду только хвалить этот девайс. Свою порцию критики он еще получит. Вот, например, кто-нибудь может мне внятно объяснить, что вообще за хрень творится с модификациями памяти? Вы уж извините, но я вас сейчас немного подгружу. Если вы купите версию на 6128, то получите Low Power DDR4X и UFS 3.0. Это вообще не флагманский уровень. А вот версия 8128 получила оперативку Low Power DDR5. И это уже совсем другое дело. Но версия 8256 оказалась еще круче. В нее подвезли накопитель типа UFS 3.1. Но и это еще не все. Самая старшая модификация называется Zoom. И у нее отличаются не только типы памяти, но и модули камер. Теперь основной модуль получил оптическую стабилизацию, а макрообъектив заменен на телевик, у которого, кстати, тоже имеется оптическая стабилизация. Как вообще во всем это можно разобраться, если вы не техногик? Тем более, что продавцы очень часто вообще не указывают тип памяти. Особенно если мы говорим о розничных магазинах. Я вам скажу больше, я с самого начала сам не особо разобрался и заказал версию 6128, и потом только понял, насколько она ущербная. Кстати, в отличие от обычного Redmi K30, обзор которого я записывал еще 4 месяца назад, здесь лоток для сим-карт не гибридный, поэтому карту памяти вставить не получится. Внимание, голосование. Как вы считаете, нужен ли в современном смартфоне слот для карт памяти microSD или нет? Насколько это для вас важно? Примерно год назад я уже проводил подобную голосовалку, и мне кажется, пришло время все это дело повторить, скажем так, собрать актуальную статистику, как обстоят дела на сегодняшний день. Итак, ставим видео на паузу и обязательно принимаем участие в голосовании. Кто не голосует в вопросниках Андрей Ньюс, тот голосует за Кличко. Итак, возвращаемся к обзору. Как я уже говорил, в отличие от Redmi K30, версия Pro получила экраны без каких-либо вырезов. Мало того, это не какая-то странная IPS-панель, а современный AMOLED с отличной цветопередачей. Но вот частота обновления изображения теперь уже не 120 Гц, а всего 60 Гц. Это, конечно же, минус. Мне кажется, что флагман 2020 года должен иметь по умолчанию как минимум 90 Гц, потому что вот эти вот 60 Гц в версии Pro, они так и кричат, что это не флагман, нет этого ощущения
ощущение плавности работы, и это расстраивает. А еще дисплей имеет очень слабый запас яркости, всего 500 нит. Поэтому есть риск, что под лучами летнего солнечного света читать текст с экрана смартфона будет очень сложно. Для примера, у настоящих дорогих флагманов запас яркости приблизительно в 2 раза больше, поэтому у них таких проблем нет. Короче, Xiaomi сэкономили на этом AMOLED-экране. Да, у него крутая цветопередача, но слабая максимальная яркость и низкая частота обновления изображения. Но свидетели Шима могут спать спокойно, потому что в настройках есть функция DC-Dimming, вы ее включаете, и проблема решена. Если вы не знаете, что такое Шим, тогда, ребят, просто не берите в голову, поверьте, оно вам не нужно. Сканер отпечатков пальцев переехал с боковой грани на дисплей. Срабатывает нормально, достаточно быстро и точно. Особых нареканий нет, поэтому тут вы уже сами решаете, что вам больше нравится, когда сканер расположен сбоку или когда он под дисплеем. Отдельно стоит поговорить про беспроводные интерфейсы, потому что в этом плане Redmi K30 Pro прям молодец. Начнем с модуля Bluetooth версии 5.1, который крутой даже сам по себе, но здесь его дополнительно прокачали технологией Super Bluetooth, которая позволяет сохранять подключение к устройствам на расстоянии вплоть до 400 метров. А еще смартфон получил поддержку кодеков передачи звука aptX HD и aptX Adaptive. В общем, все по-взрослому, прям как надо. Подключение к интернету тоже прокачали. Помимо поддержки 5G сетей, которые в наших странах, к сожалению, пока еще являются технологией из далекого будущего, Redmi K30 Pro получил поддержку Wi-Fi 6, а вместе с ним и технологию Multilink, которая позволяет задействовать одновременно оба диапазона Wi-Fi, плюс мобильную сеть. Короче, как я уже сказал раньше, по сравнению с обыкновенным Redmi K30, здесь сильно прокачали беспроводные интерфейсы. Возможно, дней через 10 я запишу отдельный видос с опытом эксплуатации, в котором поделюсь с вами своими впечатлениями. Ощутил я все вот эти вот радости на практике, либо же вообще не заметил. Вибромоторчик меня действительно порадовал. Он здесь реально флагманский. Отдача четкая и приятная. Не размазывает, не гудит и вообще работает офигенно. Мало того, в системных настройках появился отдельный пункт, который позволяет выбрать силу виброотклика. Еще в настройках можно выбрать эффект появления фронтальной камеры. Указать свет, звук или вообще выключить. Конечно же, имеется и функция Always On Display. Это еще одно преимущество AMOLED-матрицы над IPS, которая использовалась в Redmi K30. Но есть нюанс. Очень часто Always On Display на Redmi K30 Pro уходит в какой-то супер тусклый режим. Просто сравните с Xiaomi Mi 10 Pro. А еще Redmi K30 Pro получил неплохой мультимедийный динамик. Но, к сожалению, всего один, поэтому никакого стерео здесь нет. В целом играет довольно неплохо, громко и достаточно качественно, но до флагманского уровня еще очень далеко. Знаете, этот смартфон весь такой с замашками флагмана, но не до конца. У него крутой AMOLED-экран с офигенной цветопередачей, но всего 60 Гц и небольшой запас яркости. У него просто охренительный вибромоторчик, но при этом один мультимедийный динамик. У него мощные технические характеристики, но только в старших модификациях. А у меня ведь бомж модификация, у которой 6 гигов оперативки и 128 гигабайт постоянной памяти, тепло Power DDR4X и UFS 3.0. Но все-таки самое главное, наверное, процессор, а он здесь флагманский, Snapdragon 865. Запускаем Shadowgun Legends на ультра настройках графики. Это довольно графонистая игрушка, но Snapdragon 865 очень мощный чип, поэтому получаем стабильные 60 кадров в секунду с очень редкими короткими просадками до 45 кадров. Как видим, старый тип оперативки и накопителя не слишком сильно влияют на показатели в таких играх. Кстати, тут стоит сделать одно важное уточнение. Больше чем 60 кадров в секунду вы в принципе не сможете получить, потому что у дисплея есть ограничение 60 FPS. Даже если процессор и оперативка смогли бы осилить 120 FPS, дисплей делает ограничение до 60 кадров в секунду, и с этим ничего нельзя поделать. Теперь повышаем планку. Запускаем Grid Autosport на вручную выкрученной конфигурации графики, подняв разрешение до Full HD, потому что по умолчанию эта игра запускается в HD, а нам этого мало. Итак, в нашей конфигурации Redmi K30 Pro демонстрирует результат на уровне 57 кадров в секунду, часто упираясь в потолок из 60 кадров. С учетом того, что это довольно тяжелый порт с ПК, результат вполне достойный. Просто для примера, вот так выглядит график Samsung Galaxy S20 Plus с той же конфигурацией графики. Redmi уделывает его по полной. Но что не говори, а Xiaomi Mi 10 Pro все-таки мощнее. На той же конфигурации он уперся в потолок 90 кадров в секунду. Видимо, чуть более свежее железо и продуманная система охлаждения играют очень большую роль. Но для того, чтобы закрыть тему производительности, вот так выглядит результат получасового тестирования на тротлинга. Все-таки с охлаждением у Redmi
Редмика имеются небольшие проблемы. Но я бы не сказал, что это очень критично. А теперь давайте перейдем к самому интересному, тесту камер. И здесь Redmi K30 Pro прямо удивил. Сравнение мы делали с OnePlus 7 Pro и Xiaomi Mi 10 Pro. Итак, дневной снимок на автоматических настройках. Цветопередача у всех смартфонов отличная. Разве что у Redmi небо какое-то серое, а в остальном все хорошо. По детализации OnePlus 7 Pro сразу слился, а вот Xiaomi Mi 10 Pro оказался совсем немного лучше, но незначительно. Теперь фото при искусственном свете. OnePlus выкрасил картинку в радостные оттенки, в то время как оба Xiaomi демонстрируют более правильную цветопередачу. По детализации OnePlus снова сразу же слился, а вот оба Xiaomi демонстрируют плюс-минус одинаковый уровень. Но есть нюанс. У модели Mi 10 Pro гораздо меньше зерна в тенях. Теперь фото в ночном режиме при совсем плохом освещении. Сразу видно, что OnePlus плохо справился с пересветом, да и в верхней части кадра у него много шума в тенях. А вот K30 Pro внезапно начал тащить. У него динамический диапазон даже шире, чем у Mi 10 Pro, благодаря чему он вытянул больше информации и в тенях, и в засвеченных участках. По детализации это плюс-минус один уровень, разве что у Mi 10 Pro снова гораздо меньше шумов. Итак, на всех фото. Теперь сверхширик. У Redmi K30 Pro цветопередача слишком сильно завалена в красные тона. Ну а при увеличении сразу же видно, что по детализации он сильно сливает обоим своим конкурентам. Особенно хорошо тут справился Mi 10 Pro. Съемка видео на смартфонах работает хорошо. У Xiaomi Mi 10 Pro картинка чуть светлее, и поэтому на ней видно больше шумов. Хотя в общем и целом все нормально. Детализация отличная, стабилизация тоже. Но есть нюанс. У K30 Pro имеется один глюк. Если во время записи видео резко повернуться, тогда картинка сначала подвиснет на полсекунды, а затем полностью отключится стабилизация. Это программная ошибка, и я надеюсь, что в ближайших обновлениях ее пофиксят. Кстати, смартфон отлично пишет звук, не хуже, чем Mi 10 Pro. И ради интереса я сделал сравнение с Galaxy S20+. Даже не хуже, чем Galaxy S20+. Короче, офигенно. И, наконец, фронтальная камера. И тут мы сразу видим, что у OnePlus 7 Pro чуть лучше цветопередача. А вот по детализации Redmi K30 Pro с OnePlus оказались где-то на одном уровне. Mi 10 Pro все-таки покруче. По интерфейсу все работает шустро. Из коробки установлен 10-й Android. Не за горами выход MIUI 12, поэтому на 11-й версии останавливаться не вижу смысла. Да, на фоне с Mi 10 Pro все работает не так приятно, но это исключительно из-за частоты дисплея. В 10-ке все плавнее. Если мы говорим именно о Redmi K30 Pro, китайская прошивка, вся вот эта история, здесь есть поддержка и 3-го и 7-го бендов для работы в 4G. Разблокируйте загрузчик, ставите Xiaomi UU и все, живете как царь. Если мы говорим именно о китайской прошивке, тогда здесь работают и Google сервисы, и NFC, ставите русский язык через Марлокаль и все, проблем нет. Я точно знаю, что этот смартфон выйдет на глобальный рынок, да, у него будет другое название, пока непонятно, какие будут модификации, но это точно произойдет. Теперь касательно времени автономной работы. Внутри смартфона установлен аккумулятор емкостью 4700 мАч. По ощущениям, Redmi держит заряд значительно хуже, чем Xiaomi Mi 10 Pro. И это очень странно. Возможно, дело в сырости ПО. В любом случае, пока еще рано делать какие-то окончательные выводы. Дело в том, что я пользуюсь этим смартфоном всего несколько дней. И что я точно заметил, батарейка тает на глазах. И меня это удивляет. Я думал, что он станет, ну, не лидером нашего теста времени автономной работы, но хотя бы будет в десятке. Но пока что нет смысла даже проводить тест, потому что, ребятки, ну реально, видно, что есть сырое ПО. Что я собираюсь делать? Разблокировать загрузчик, поставить Xiaomi UU, либо дождаться глобалку. После этого записать видео со своим опытом эксплуатации и там уже озвучить цифры, которые показал смартфон в нашем фирменном тесте автономности. А сейчас я хочу подвести итог моего первого знакомства с этим смартфоном. Redmi K30 Pro — это действительно крутой аппарат с флагманским железом и крутейшей камерой. Но в то же время недостатков тоже очень много, и они расстраивают. Вот мы сейчас все с вами ругаем смартфон OnePlus 8. Да, типа он дорогой и все такое, но если заглянуть на AliExpress, он стоит всего-навсего на $70 дороже, нежели Redmi K30 Pro. Там уже 8 гигов оперативки, 128 гигабайт постоянной памяти, экран с частотой обновления изображения 90 Гц. То есть все красиво с самого начала. Да, там есть вырез в экране, и тем не менее. Короче, с самого начала я думал, что Redmi K30 Pro это прям пушка, бомба, за свои деньги действительно топ. Но если вот так вот сейчас посмотреть на конкурентов, ситуация особо не изменилась. OnePlus все время стоили немного дороже, нежели флагманы от компании Xiaomi.
Xiaomi. И сейчас ситуация не меняется. Я ни в коем случае сейчас не респектую OnePlus 8, типа давайте там берите и все такое, я его не тестировал. Но если смотреть на бумагу, разница в 70 баксов за то, что там есть стереозвук, опять-таки 90 Гц, да там много плюсов. Ну, я пока не особо вижу смысл, блин, а андроиды падают, не особо вижу смысл в Redmi K30 Pro. Вот, говорю вам честно, возможно, когда он выйдет на глобальный рынок, будет продаваться у нас под другим названием, будет сладкий ценник, вот, все выровняется, но пока как-то так, все неоднозначно. Ребятки, спасибо за просмотр, не забывайте ставить пальцы вверх, делиться этим выпуском со своими друзьями, если он вам понравился, участвуйте в нашем розыгрыше наушников, подписывайтесь на наш канал в Телеграме с низкими ценами, и да пребудет с вами Android, пока-пока!